Здравствуйте, товарищи! Вас приветствуют братья Кононовичи, коммунисты из Украины, политзаключенные. Почему была мера пресечения избрана домашний арест с ношением браслетов? Хочу напомнить, мы больше 8 месяцев просидели в тюрьме и сейчас находимся больше 8 месяцев под домашним арестом. Сначала был круглосуточный домашний арест с ношением браслета. А сейчас ночной домашний арест с ношением браслета. Почему нас выпустили из тюрьмы под домашний арест? Причина только одна. Это все благодаря нашим товарищам-коммунистам в Европе и всему миру. Главная причина, почему нас выпустили, это митинги в Европе. Большое, огромное спасибо левым коммунистам и антифашистам Европы и лично Арицу Родригесу, руководителю Всемирной Федерации Демократической Молодежи. Именно благодаря вам, товарищи, нас выпустили под домашний арест из тюрьмы. Держат нас под домашним арестом, дорогие товарищи, только для того, чтобы закрыть нам рот, потому что мы выступаем за мир. К сожалению, мир сейчас этой власти не нужен. И власть предпринимает попытки нас убить, запугать. Мы обратились к мировой общественности, к левым антифашистам и коммунистам о помощи, так как действующий полицейский угрожал нам убийством. И он не уже много раз угрожал и выложил наш адрес, персональные данные в интернете с призывом нас убить. Поэтому мы обратились к нашим товарищам о помощи. Только ваше давление, митинги, пикеты под посольством Украины по всему миру могут предотвратить наше убийство. Дорогие друзья, мыслимо ли, чтобы в какой-то европейской стране действующий полицейский призывал в соцсетях, в Фейсбуке нас убить с призывом убийства антифашистов и коммунистов Кононовичей? Это все прекрасно понимают. Никакой полицейский без санкций власти режима Зеленского бы этого не сделал. Дорогие друзья, к сожалению, мы не можем всего сейчас сказать, так как находимся в заложниках у режима Зеленского. Мы, если будем сейчас честно отвечать на ваши вопросы, это для нас будет катастрофически. На Украине сейчас происходит катастрофа вселенского масштаба. Идет геополитическая война между Востоком и Западом. Это тектонические плиты сходятся, и между ними трещит наша страна Украина. Сейчас идет геополитическое сражение между Востоком и Западом. По большому счету началась новая война, новая горячая фаза холодной войны. Поэтому нет никакой демократии, нет никакого плюрализма. Дорогие товарищи, Маркс это все описал. Идет кризис империализма. И вот когда этот кризис произошел, уничтожены все демократические институты. Нас ждут темные, страшные времена. Самое страшное, что Европа – колония США. Не существует свободной Европы, не существует свободных СМИ в Европе. Они все работают на Соединенные Штаты Америки. Все, что вам говорят об Украине, это неправда. Дорогие товарищи, мы хотим к вам обратиться, особенно к европейским левым. То, что сейчас происходит с коммунистами на Украине, нас садят в тюрьмы, убивают, травят, избивают. Все это ждет вас. Поверьте, эта волна накроет Европу.
антикоммунистическая и антифашистская истерия скоро накроет Европу. Вы следующие. Мы должны бороться. Что мы должны делать сейчас? И мы, и вы. Распространять как можно шире информацию о ситуации коммунистов на Украине. Говорить, что следующий шаг будет антикоммунистическая борьба в Европе. Вы должны выходить на улицы, вы должны выходить к посольствам Украины и говорить о коммунистах Украины. Вы должны выходить к посольству США, нет империализму. Вы должны выходить к Европарламенту, вы должны выходить к штаб-квартире НАТО, вы должны выходить к миссиям ОБСЕ, к европейским организациям, структурам государственным. Вы должны доносить, что неприемлем фашизм в Европе, в центре Европы, это неприемлемо, такого не будет. А главный лозунг: НАТО нет, миру да. 21 век вообще должен быть без всяких военных блоков. Дорогие товарищи, как только нас выпустили из тюрьмы, через месяц мы уже написали манифест, обращение комсомола Украины к европейским левым, к мировым левым, антифашистам и коммунистам о возрождении нового Коминтерна. Только в интернациональной борьбе, объединясь, мы можем противостоять империализму, капитализму и национализму и фашизму. Если мы не объединимся, мы исчезнем, нас уничтожат. Только общая борьба и объединение, левый фронт. Нам нужен левый фронт, нам нужен новый Коминтерн.